Верховный суд предлагает оценить необходимость создания новой должности в Центре судебно-медицинской экспертизы. Вокруг этой должности уже разразился скандал. На должность заместителя директора Центра судмедэкспертизы указом министра здравоохранения Анды Чакши недавно перевели бывшую главу инспекции здравоохранения Аю Мешсаргу. Впрочем, узнав, что в рабочем коллективе Центра экспертизы грядет пополнение, его начальник Эгилс Харасимюк решил должность спешно ликвидировать, так как, по его мнению, ранее это штатное место было создано искусственно, чтобы на него можно было перевести другую чиновницу. Но она рабочие отношения с центром уже прекратила, и должность решили ликвидировать. Чтобы это место могла занять Мешсарга, глава Минздрава поручила вновь создать должность. А Верховный суд поручил госконтролю оценить целесообразность всех этих действий. Но в министерстве продолжают настаивать. Ротация Мешсарги – шаг обоснованный и был сделан, чтобы навести порядок в Центре судмедэкспертизы. По-моему, действия главы центра, ликвидируя должности, зная, что уже происходит ротация, показывает отношение человека и нежелание менять что-то на своем рабочем месте.